Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Если меня слышно, пожалуйста, в чате что-нибудь напишите. Вот я вижу Ильим уже в чате, всем художникам привет, здоровается человек. Да, я с вами тоже здороваюсь, здравствуйте все. Я думаю, что сегодня будет поменьше людей, потому что мы не в 18:30, как обычно, проводим трансляцию, а чуть-чуть позже, да? Ой, чуть-чуть раньше. Так, значит, если можно, сейчас я микрофончик чуть-чуть, наверное, потише сделаю свой, наверное, вот так будет лучше. В чате поставьте, обозначьтесь, что все нормально. Дмитрий, добрый вечер, всем уважение, добрый день. Да, плюсик есть один, это уже говорит о том, если хоть одного человека все нормально, значит, трансляция идет хорошо, все значит хорошо. Ну что же, мы сегодня с вами... Так, я все время отвлекаюсь, сейчас, секунду, я настраиваюсь параллельно. Мы сегодня с вами пишем второй раз натюрморт, мы его дописываем. Работы очень много, здесь просто очень много работы. Но сегодня мы попробуем все это детализированно прописать, дописать и улучшить. Ну, а я готов уже приступить. В принципе, больше информации пока никакой, все по ходу занятия будет. Вы можете задавать вопросы в чате, общаться и ставить лайки. Это будет всегда уместно. Все, поехали тогда. Я камеру сейчас поставлю поближе. Камеру я поставлю вот таким образом, чуть-чуть ближе. При детализациях я буду приближать камеру. Вот на таком этапе мы остановились вчера. Буквально за 3 часа нам удалось нарисовать такой натюрмортик. Сегодня попробуем все улучшить. И я включаю тогда камеру дополнительную. Да, вот вы можете видеть натюрморт. Вон он стоит, настоящий, да. Здесь, вот здесь вот, как показать, вот здесь. Нет, да, вот так. Это фотография, вот пальцем я тыкаю в нее, пытаюсь тыкнуть, да. Вот, ну что же, поехали. Да, чуть-чуть раньше сегодня трансляцию, но я думаю, многие просто потом посмотрят в записи. Многие еще работают, и это время, конечно, раннее. Но дело в том, что мне тоже сегодня... нужно будет позже отлучиться, и поэтому трансляцию я решил провести чуть-чуть пораньше. Так, все вроде нормально, да? Начали. Значит, я листочки погладил, и они теперь наконец-то не падают. Вы можете видеть, да? Они расположены. И давайте вот приступим так, чтобы расписаться. С бутылочкой-то у нас более-менее все хорошо, со всем остальным все надо прописывать. И особенно плохо сейчас листья, потому что мы их вчера не наметили. И вот я хотел бы обратить внимание именно на листву. Почему? Потому что, в принципе, вот этот лист желтый, да, он желтый. Виноград тоже желтый, можно так сказать, условно. И яблоко желтое. Вот начинающие обычно не разделяют эту желтизну и делают часто повторениями. То есть, может быть, по тону разделяют, а по цвету они просто добавляют белизну и выбеливают желтую краску. Да? А тут цвет совсем другой. Вот здесь более теплый свет, здесь более холодный свет, а здесь какой-то перетекающий, да? То есть на яблоке. Все три пятна желтых, они совершенно разные. Совершенно разные. Вот, поэтому мы должны об этом помнить. Должны об этом помнить и выполнять, соответственно, это все с условием вот этих пятен. Значит, я для начала желтой краской сделаю несколько мазков, может быть, даже
мастихином. Лишнюю краску сейчас уберем, вот эту краску лишнюю, которая находится на фоне, да. И мастихином сейчас наберу вот красочку. Это желтая, это кадмий красный, вот такие вот. Нет, это слишком ярко, это скорее вот сюда пойдет. Значит, берем желтую и чуть-чуть такого. Вот, ну что-то такое, да. Можно даже взять, попробовать больше оранжевого. И вот здесь пастозно вот так положить. Вот как выглядит яркое пятно. Яркое пятно. Добрый день, художники. Сижу, смотрю вас и в это же время упражняюсь штриховки. Замечательно, замечательно. Так, дальше добавляем желтый, оранжевый такой и перекрываем вот этот цвет. То есть более пастозно. Если не делать вот такие более пастозные мазки, то яркости этой нам не добиться ни в коем случае. Да? Не получится. Не получится просто яркость. Поэтому, зная об этом, мы с вами сразу добавляем вот такие варианты. Такие варианты. Пока это могут быть какие-то где-то смешанные. Вот. И тем, кто любит, любителям лессировочной живописи, да, и не представляет, как можно добиться такой живописи пастозной, я отвечу, что в академической живописи все-таки пастозность присутствует и довольно часто у разных художников, поэтому это вполне приемлемо для живописи масляными красками. Вот. Делаем четче контур. Тем самым еще уточняя вот этот листик. Он должен быть довольно плотно набран. Можно вот даже вот какой-то вот такой коралловый добрать сюда, попробовать. Там тоже эти цвета присутствуют. Вот, что-то такое. Перекрываем. Да, то есть мы меняем желтый листочек так, чтобы он отличался по цвету и тону. Когда мы этого добились, и он вроде стал таким ярким, мы можем с вами теперь прописать вот этот фон. Дмитрий, если холст взять 50 на 70, нормально будет для натюрморта? Не очень большой. Это вам решать. Как же я могу вам сказать, что значит не очень большой? 50 на 70 – это средний размер. Ну, чуть-чуть больше моего, да? Ну, даже не чуть-чуть, а так вот побольше. Как бы это только вам решать. Вот, я здесь как бы… Как вам хочется-то? Хочется – пробуйте. Вот, так. Чем больше холст, тем больше надо прописывать деталей. Вот в чем еще дело. Добавляю теперь синий. Вот здесь я хочу сделать потемнее. Довольно такой вот жидким слоем. И где-то контуры тоже вот так вот набрать потемнее. Почему? Потому что здесь меньше света, это естественно, попадает вниз, да, в угол и в самом низу. И это дает контраст желтому листочку, то, что нам и нужно. Листочек темнее, чем виноград должен быть. Вот в чем еще изюминка. То есть это надо обязательно учитывать. Если вы сделаете листочек светлее винограда или одинаково, но другого цвета, то это будет неправильно. Поэтому все, что касается тона и цвета, будьте предельно внимательны. У меня размер 40 на 50 сейчас. Так, дальше. Прописываем конкретно листья вот эти, да? Еще набираем желтую, оранжевую, вот такие цвета. И прописываем характерные кленовому листочку. Вот такие варианты. Можно добавить немножко где-то
даже охры в этот замес, чтобы чуть-чуть даже темнее сделать, чем у нас сейчас есть. Если мы сделаем чуть-чуть темнее, то будет эффект, что листочек загибается. То есть нужно также проверить, он в какой плоскости, этот листочек, и в этом листочке какие есть плоскости тоже. Вот, это очень важно. Не жилки рисовать, а цвет подбирать. Вот что важно, друзья. Вот, не жилки в листочках рисовать, лишь бы они были, да, а именно работать цветом, правильным цветом. Это важнее всяких жилок. Но вот здесь, конечно, рисунок-то надо поправить, да, вот поэтому я сейчас чуть-чуть уточняю. Можно вот посветлее вот здесь вот сделать, допустим, вот так выделить поярче на фоне синим, вот такие более яркие желтые, чтобы этот листочек где-то выделялся сильнее, чем все остальное, да? Вот. И вот этот кусочек тоже делаем. Вот этот. Вот. Ну, в принципе, чуть-чуть мы уточняем, да? Может быть, вчера нужно было не бутылку рисовать, а этим заниматься. Но, с другой стороны, почему бы и нет, почему бы, да? И то нужно, все нужно. Вот, дальше. Вот этот тоже уточняем листочек. Вот этот уточняем листочек. Смотрите внимательнее, если вы кистью работаете, то у вас может кисть пачкаться, и за счет того, что она пачкается, будет появляться грязь ненужная. Вот, за этим надо следить. 40 на 50, да, у меня. Вот, друзья, не забывайте, ставьте лайки, если что. Да, как я и предполагал, пока нас смотрит очень мало людей. Но я думаю, они все посмотрят, просто кто с работы вообще часов к 8 некоторые только подходят. Да? Ну ладно, они в записи все это посмотрят, ничего страшного. Я думаю, что вчерашний натюрморт, вот этот, что мы сделали, в записи остается. А сегодня мы допишем. Да, ну и будем набирать на новый мастер-класс. У нас пока с вами 2200 рублей. Если есть возможность кого-то сделать денежный перевод, то минимальная сумма вообще 35 рублей. Это для вновь прибывших, кто не видел, не знает. И можно пожертвовать, под видео есть ссылочка, и вы таким образом поможете мне собрать деньги и провести еще какой-нибудь бесплатно мастер-класс. Вот, деньги идут на развитие канала и на материалы живописи. Так, вот здесь тоже чуть-чуть можно где-то показать вот эту желтизну. Чуть-чуть может быть темнее, чем сам листочек. Вот, вот такой он получился у нас тут, да? Ух ты, донатик! Людмила, спасибо большое за 300 рубликов. Спасибо, Людмила, ручкой вам машу. Спасибо вам большое. Вот первый донатик от Людмилы. Спасибо вам большое. Будем помаленечку набирать. Так, берем теперь вот такую красочку и оранжевую. И вот здесь можно чуть-чуть ярче показать листики, но это может быть
не совсем та оранжевая, да, вот такая, вот. И мы можем вот сюда продлить, потому что я эти листики спасовал немножко, да, мы их можем капельку продлить, еще больше, наверное, оранжевой. И вот там листочек мы тоже можем обозначить. Если есть возможность как-то его расширить, то делайте это. Я, наверное, вот здесь этот листочек напишу, вот так сделаю, чуть-чуть, может быть, повыше. Вот. И, соответственно, пойдут, значит, болотная зелень, вот такие цвета, тоже теплые, можно чуть-чуть какого-нибудь красненького добавить, желтенького, охры, вот таких оттенков для изображения вот этого кленового листочка. Вчера мне не удалось его написать, потому что они опали. И так я их вчера вообще даже на стадии подмалевкой оставил. Вот. Сегодня есть возможность дописать их, прописать. Чуть-чуть прогладил их, и все нормально. Не прогладил, а я их на ночь оставил просто под книжкой. Они выровнялись. Я думаю, не упадут. Вот. Вот такой вот листочек, и вот сюда он тоже доходит, вот сюда, да, мы его сразу показываем. Так, вот это немножко не сюда вышло, за границы. Вот. Сейчас мы таким образом привыкаем, пишем, да, и привыкаем к холсту. Привыкаем к холсту, а потом будем уже всматриваться в детальки и более аккуратно все это доделывать, все это дописывать. Ну, придется вот на тень зайти, да, но я думаю, это даже хорошо. Можно даже сделать тень от бутылки вот здесь, показать на листочке. Как это сделать? Да просто темнее сделать листочек чуть-чуть, вот в этом месте. Вот. И уже будет прикольнее смотреться. Но это уже я фантазирую, но это вполне оправданно такой вариант цвета. И вот здесь можно его тоже поддержать. Так, ну, вот таким образом, наверное. Спасибо большое, Наталья, за 35 рубликов. Спасибо большое, друзья, за переводики. Спасибо вам большое за поддержку. Где взять фото этого натюрморта? В группе у меня можно... В группе там есть фото. В заставке есть и в группе, в принципе, есть. ВКонтакте. Проходите по ссылочке, вот, если хотите, вот на ссылочка, там на стене, по-моему, группа опубликована, найдете там в одном из объявлений есть это. Вот, то есть, вот смотрите, вот здесь чуть-чуть потемнее я набрал, да, и уже смотрится так, что вот тень падает от бутылки, да, вот здесь вот. Это все неплохо всегда так, когда вот тут тень падает, там уходит на дальний план. Это все классно. Вот. Но вот эти вот жилки чуть-чуть я бы приглушил, потому что они хоть и оранжевые, но немножко выделяются. Немножко выделяются ярко, да? Лучше их чуть-чуть где-то вот оранжеватость эту приглушить, прибить немножко. Юля, спасибо вам большое за 200 рублей, спасибо, ручкой вам помашу, спасибо огромное, Юлия, спасибо за поддержку. Друзья, мы копим на новый, еще на один мастер-класс, поэтому любые денежные переводы, это, конечно, супер.
Все пойдет на материалы, на развитие канала. Вот я теперь еще возьму вот такую кисть. Да, вот эту вот кисть чепуха, я ее называю. Да, мы, вернее, начали ее так называть. Кисть чепуха. И, может быть, где-то вот такими линиями обозначим прорисовочку. Вот. И вот здесь тоже вот такие линии сделаем. Не обязательно, чтобы они были там чрезмерно яркими. Наоборот, лучше где-то их подубрать. И вот от этих линий еще есть какие-то вот такие вот маленькие там линии тоже. Можно их тоже так вот наметить. Вот, ну то есть там что-то есть, да, в этом. Ну вот не нравится мне немножко, не нравится сейчас вот эта линия не нравится, она слишком яркая. То есть следите за тем, чтобы не... Ирина, спасибо большое за 100 рубликов. Машу вам ручкой, спасибо вам большое, Ирина. Спасибо, друзья, спасибо за поддержку. По чуть-чуть, и глядишь, и наберем еще на мастер-класс. Круто, спасибо. Так, и вот у нас с вами вот такой получается, вот здесь можно немножко продлить, да, там что-то непонятное, вроде как стекло, там потемнее чуть-чуть, но вот такой у нас получается с вами замесик. Вот. Пока можно листья эти оставить и не трогать. Пока к листьям, в принципе, нет ничего, да, претензий. Вот они ушли туда, и прописывать мы после их будем. Сейчас, наверное, скорее всего, важно сделать... Сейчас я только одно тут движение сделаю, вот здесь вот. Чуть-чуть потемнее еще набрать. Вот. Значит, сейчас нужно что сделать? Виноград. Давайте прописывать виноград и яблоко. Я даже не знаю, что сейчас важнее, потому что яблоко не совпадает по цвету. Яблоко у нас какое-то больше оранжевое, а она здесь больше красное. Давайте, ну я как бы на натуру смотрю, я не смотрю на фотографии, потому что на фотографии опять уже все другое. Вот. И не надо как бы фотографию использовать, да, давайте попробуем с яблоком поработать. Значит, вот такие цвета я сейчас накладываю, желтую плюс красный кадмий, яркие, пастозно, вот здесь. Такую вот кромку делаю для яблочка. И оно начинает ярко, сочно светиться, да, яблочко это. Из-за этой кромки. Это то, что нам нужно. Дальше. Можно еще угадать цвет. Вот приблизительно охру, допустим, взять с белилами. И попробовать вот здесь проложить охру. То есть свет яблока, вот этот блик, можно поддержать каким-то вспомогательным цветом. И желтой краской можно также вот здесь отразить свет, который падает на яблоко. При этом не забывайте про сочность мазка. Для этого не надо затирать краску, а надо положить ее таким образом, чтобы вот она как бы как с одного раза легла. И тогда яблоко будет смотреться лучше. Так, сейчас, секунду. Можно взять вот кисть побольше просто и более пастозным мазком, там одним угадать, попытаться вот таким мазком растереть вот эту краску. Попытаться угадать яркость. Выдумывать ничего не надо, тут все нужно как бы срисовывать. Вот. Так, желтый плюс кадмий красный, и мы вот сюда можем сделать такую вот растяжечку по цвету.
То есть у нас основное пятно яркое вот здесь идет. Вот оно. А дальше, дальше. К этому цвету вот влево уходим. Тоже растяжечку при помощи желтой вот таких, в общем, цветов нужно сделать, найти вот эти растяжки тоновые. Плавные переходы. Вот. И яблочко начинает, в принципе, на свое место становиться, да? Вот. Вот такое яблочко. Хорошо, пока оставим так, мы его еще приблизили больше к натуре, но мы к нему вернемся, еще раз его пропишем. Мы его еще разок пропишем, но оно уже почти появилось, почти так, как надо. Хочу купить картон толщиной 3 мм и наклеить на него двунитку. Картон не согнется от этого. Он бывает, сгинается, да, это бывает такое дело, но он также легко и разгинается. Такое ощущение, это для этюдов хорошо. Такое ощущение, что это обратная сторона кленового листа про зеленый. Я не знаю, обратная, не обратная, какая разница. Вот. Главное, что там цвет есть какой-то. Но мы его еще, может быть, там будем уточнять, поэтому после разберемся. Я клеила на ДВП, потом промазывала еще с обратной стороны, и ДВП распрямлялась. Ну да, ну там то есть надо следить за этим делом. Там можно водичкой смочить, в принципе, тыльную сторону. Он тоже распрямится тогда. Так, и чуть-чуть добавим блика. Пока вот такого блика. Ну вот вы видите, что яблочко начинает походить на яблочко, да? И мы его еще потом пропишем. То есть его еще можно прописывать смело. И вот здесь вот собственную тень можно поработать, что придаст еще больше объема. Вот, поэтому, друзья, тут как бы мы будем возвращаться к этому делу. Вот здесь можно еще чуть-чуть потемнее набрать. Но оно уже такое интересное. Сливы вот эти я не буду, потому что давайте все-таки начнем сейчас прописывать бокал вина, которого еще нет, да, и особенно винограды. Виноград тоже надо. А потом вернемся ко всему остальному и пропишем еще раз все вообще, и в том числе там и яблоко, и все, да. Ну, хотя, ладно, раз начал, давайте чуть-чуть яблоко еще заострю свое внимание на это яблоко, чтобы оно все-таки было еще более похоже. Вот сейчас я беру цвета такие серенькие, вот такие цвета, и вот здесь делаю собственную тень. Вот можно даже с каким-то зеленоватым вот таким попробовать отливом. Вот такую собственную тень сейчас делаю. А потом делаю, соответственно, растяжечки и рефлексы. Вот эти растяжечки, просто такая аккуратная работа, их надо делать, да? И вот здесь сейчас, секунду. Сделаем тоже охрой, может быть, рефлекс. Главное попасть по тону правильно.
Вот, все это дело можно, допустим, темной краской подчеркнуть, но не тень, а подчеркнуть именно яблочко, где оно соприкасается, а тень оставить. Вот. И где-то вот здесь еще красненьким, чуть-чуть красненьким вот таким можно тоже обозначить вот эту вот, секунду, плоскость. Ну, то есть, по чуть-чуть вот так яблочко и прописывается. Ну, еще разок его потом пропишем. Да, дальше. Что мы дальше делаем? Так, что там? Я пробовал ДВП, но мне не нравится оно из-за тяжести. Хочу картон попробовать. Ну, как бы, картон тоже хорошо, но ДВП прочнее. Я смачивал картоны и оттягивал на подрамник, а потом... Можно клеить холст. Как картон на подрамник? Я тоже не понял. Просто картон можно наклеить на картон, там, ПВА. Да, бывает проблема, что он выгибается, но его также можно легко сделать так, чтобы он принял свою опять форму. Так. Вот здесь чуть-чуть темнее еще хотелось бы. Сделать. Вот, оставим. Пока так оставим. Все-таки переходим, да, теперь наконец-таки к винограду. Значит, виноград освещен по-разному. И вот этот цвет мне важен. То есть мы подобрали вот этот цвет. И он неплох. Теперь вот этот, как бы его подобрать? Ну, давайте вот прям верхний виноград вот этот возьмем. Он такой теплый, скажем так, тепленький, да, возьмем охру. Но он такой теплый, да не теплый. И возьмем, знаете что возьмем? Возьмем королевскую голубую и чуть-чуть, может быть, красненького даже. Такой сложный замес. И давайте вот этот виноград вот так наберем по тону. Посмотрим, подходит ли этот тон. Тон подходит, тон хороший. Теперь, значит, работаем с рефлексами. Значит, чуть-чуть где-то можно теперь высветлить. Вот здесь вот. Чуть-чуть высветлить. И теперь... контуром поработать, да, но вот этот вот почетче контур сейчас сделаем. Вот. Вот от него мы будем равняться, от этого виноградика. Чуть-чуть где-то вот здесь вот блик есть. Вот он. И вокруг него создаем тоже контур четче. Вот, надо это уловить, где это четче, насколько, можно вот даже какой-то зеленью. Потому что, ну, тут довольно четкая граница, вот она идет. Вот. Хорошо. Можно также эти границы использовать вот здесь, между вот этими виноградами, и даже добавлять каких-то красненьких, вот таких... карминовых. Вот здесь. Для обозначения вот этой большей яркости, да, для нахождения яркости. Чуть-чуть делаем темнее, получается, что виноградик становится довольно ярким. Дальше, вот от этого виноградика падает тень. Давайте я приближу камеру. Вот таким образом. Да, чтобы вы видели. Значит,
Что я там хотел сказать? Сейчас, Дмитрий, я купил холст, чистый лен, еще раз прогрунтовал санетом, но я заметил, что краски теряют яркость и цвет, в чем может быть проблема. А вы купили чистый лен, это что значит? Он был загрунтованный уже или нет? Сколько раз он прогрунтован и проклеен, вы знаете? Так, вот здесь делаем тень, вот такую. Вот, отлично. Теперь делаем высветление. Вот, и в принципе, вот виноградик вылез, да? Вон он смотрит. Хорошо. Так, вот здесь чуть-чуть, может быть, рефлекс. То есть его надо просто всматриваться в этот виноградик, чтобы писать. Дальше берем вот еще, допустим, какую-то вот такую красочку, и вот здесь тоже накладываем тень. Вот здесь. Тени должны быть легкие, не напрягающие такие. Купил готовый, еще раз загрунтовал. Ну, дело в грунте, которого вы купили. То есть, я очень часто говорю, что в магазинах продается вообще чепуха полная. И особенно загрунтованные холсты, это вообще, я никогда в жизни их не буду покупать. Потому что это как бы, это ужас-ужас тихий. Особенно вот эти все готовые холсты. Я делаю сам. И всем рекомендую самим делать. Либо покупать холст, может быть, в рулоне. Это, ну, так еще более-менее варианты, да. Вот. А то, что они там грунтуют, если еще подешевле купите, то точно жди проблем. Потому что там грунты вообще тихий ужас. И если догрунтовывать, не догрунтовывать, если у вас там проблемы уже начались, это только из-за предыдущих грунтов. А может быть, и не надо было догрунтовывать, может быть, он у вас уже перегрунтован. То есть это надо все смотреть индивидуально. Каждый холст, он по-своему может вести себя, каждой фирмы, все по-разному. Но я не видел ни одного холста, вот вообще ни одного холста на подрамнике сделанного за любую цену, чтобы там не было косяков. Там обязательно что-то, какая-то чепуха есть. В каждой фирме свое. Так, вот здесь тоже блячок. Делаем. Вот такое копание с этим виноградом. Да, лучше самому делать, и дело в том, что, может быть, первые будут плохие холсты, не получаться, но потом все равно за счет своего опыта, вот именно на своем опыте нужно как бы ставку делать, на свой опыт, и вы потом все равно у вас получится. Так, вот таким образом я еще подчеркиваю виноградик. Можно даже использовать где-то там коричневого, то есть потемнее чуть-чуть точечки. То есть нужно всматриваться в натуру. По фото, опять же, все будет одно там. Насколько темнее, насколько ярче вот эти темные пятна, все можно угадать скрупулезно, перерисовывая с натуры. Где-то вот здесь нужно подчеркнуть, особенно вот ближе к нам. Вот таким образом. Сразу кисть пачкается, мы ее сразу смотрим за кистью и вытираем.
Вот. Наша задача прописать несколько виноградин на переднем плане ярко, сочно и красиво. Особенно те, которые ближе к нам. Их прям на них надо весь акцент сделать. Четко, ярко, сочно, красиво и так, чтобы вот они прям вот на своем месте были. Потратьте на это там час-два, неважно. Но чтобы несколько виноградинок были просто ураган, как классно написано, которые вот ближе к нам. Остальные, вот, допустим, вот такие, такая кучка, она в принципе нормальна. Ну, тут чуть-чуть, может, что-нибудь подправить, и все. Неважно. Важно вот те, которые на свету сейчас. Вот эти в тени тоже мы можем их, ну, сейчас вот я так делаю приблизительно. Вот сейчас вот здесь вот тенью их надо затушевывать, да. Вот, допустим, берем какую-нибудь там даже охру, зелень, и вот здесь вот начинаем затемнять, потому что они в тени. Не делайте виноград одинаковый. Это самое плохое, что вы можете вообще сделать. То есть виноград весь должен быть какой-то в тени, какой-то на свету, какой-то одного цвета, другой другого цвета. Если вы делаете кругляшочки одинаковые со всех сторон, то вы губите свою работу. И это, как многие считают, чем там ярче сделали, то нормально. Нет, это не нормально. Это плохо. Вот. Должны быть темнее, холоднее. В общем, вот такой порядок, как в натуре. Смотрите, покупайте виноград, пишите с натуры. Так, вот здесь можно холодненького добавить. То есть, вот, допустим, виноград вот этот выходит на передний план, значит, он более яркий такой, да? Вот этот какой-то, он может быть чуть-чуть с розовинкой там, да? Он чуть-чуть ниже. Каждую виноградинку надо рассмотреть и понять. Так, значит, еще что. Вот он, да, освещен. Вот эта часть винограда, она тоже по-разному. Так, у вас сейчас кисть Рублев, хочу попробовать купить парочку. Да. Друзья, не забывайте, ставьте пальцы вверх, лайки, пожалуйста, если можно, поддержите видео. Не ленитесь поставить палец вверх. Если есть денежные какие-то возможности перевести, то ссылка под видео, можно также перевести деньги, хотя бы 35 рублей, все это пойдет на мастер-класс следующий. Как только наберем, так еще один проведем. Так. Все зависит от скорости, скажем так, да, набора. Вот, чуть-чуть списали вон тот виноградик, да. Все, замечательно. Чуть-чуть потемнее сделали его. Вот здесь можно взять более холодные вот такие цвета. И вот здесь где-то прописать вот такими более холодными цветами виноградик. Да, он тоже оживет. То есть он там действительно может тоже рефлексовать, какие-то быть у него цвета, изменения, но он там в тени, да, поэтому его особо прописывать нельзя. Поэтому лессировочно, приблизительно вот так вот в этой в тени делаем какие-то варианты высветления, очень спокойные. Можно вот здесь тоже что-то добавить. От фужера может более красный какой-то вариант падать света, да, света. Вот, поэтому все это используем. Вот, и смотрите на то, чтобы он отличался по цвету и тону от кленового листочка, да, как я уже говорил.
Вот этот давайте побольше какой-нибудь там сделаем. От кленового листочка, чтобы он отличался по своему цвету и тону. Это важно. Можно подубрать, потом будет лишнюю краску какую-то. Вот, еще чуть-чуть мы больше прописали виноград, но это тоже как бы не айс, да, еще надо прописывать, поэтому мы пока на этом этот виноград останавливаем, да, пропись этого винограда. Сейчас, секунду. Вот, блички какие-то сейчас покажу здесь. А потом можно еще раз к нему вернуться, еще раз его уточнить, увидеть какую-то форму, еще что-то, да, то есть там где-то более холодные, где-то более теплые рефлексы. Надо будет смотреть еще раз. Но лучше это делать потом. Почему потом? Потому что сейчас во втором винограде ничего еще нет, да, а нам надо это исправить, чтобы все виноградинки были на своем месте. Вот. Ну и здесь тоже вот собственной тени нет еще. То есть тут также много работы еще с этим виноградом. Вот собственную тень положил, видите, вот этот кусочек. И он сразу прям, ну вот, он приблизительно вот такой должен виноград быть. Даже еще, ну, как бы еще более детализированный. Вот. И вот там рефлекс от ткани вот идет тоже, если присмотреться. Все это есть. Так, у нас сейчас кисти Рублев, да-да-да, что скажете о них? Цена, качество. Цена и качество меня устраивают, не знаю, как вас. Мне нравится. И цена, и качество. Что тут сказать? Тут сказать больше нечего. Так, вот сюда, значит, вот здесь тоже набираем. Пока, да? Вот, сейчас уже перейдем к следующему винограду. Всю живопись надо вести по всему холсту. Ни в коем случае нельзя на чем-то одном зацикливаться. Это закон очень хороший. Если вы на чем-то одном зацикливаетесь, то ждите беды. Почему? Потому что, прописывая что-то одно, вы упускаете из виду что-то другое. Вот. И потом это будет трудно сопоставить. А когда вы все делаете сразу, в унисон работаете, да, у вас может все хорошо получаться. Одновременно работа ведется, да? Вот, и все хорошо получается, ровно. Ничего никуда не выпадает, так сказать. Значит, давайте начнем вот сверху, наверное, вот отсюда, вот эту гроздь прописывать. Вот здесь вот она, в принципе, там неплохо, вот это, они там в тени. Ну, давайте чуть-чуть, да, в тени я сейчас посмотрю, вот этот кусочек. Более вот так вот спокойно его мы решаем. Вот. Может быть, сразу какой-то замес один сделать с цветом, похожий на цвета, которые можно будет использовать. Но вот даже вот такие цвета там можно уже... Да, вот тут хороший вообще цвет, прям получился вообще ураган, как надо. Сразу прям подобрал. Вот, и мы его тоже где-то вот, давайте накидаем немножечко этого цвета. Это может быть немножко где-то черный, кармин там, да, и там ультрамарин, допустим. Такие цвета. Так, сейчас, секунду, дайте сосредоточиться. Вот здесь вот.
Рефлекс. Особенно важно вот эти прописать, вот эти, которые ближе. Блики пока не пишите. Пропишите форму, объем без бликов. Это очень важно на начальном этапе. Вот здесь сейчас поработать именно. Вот. И делайте где-то больше, может быть, вот синенького добавить, да? Вячеслав, спасибо вам огромное. Вячеслав часто переводит. 500 рублей ручкой вам машу. Спасибо вам большое, Вячеслав. Спасибо вам большое. Спасибо. Так, значит... Привет, Хасият, привет. Вот такой вот пусть будет пока тень, да, вот все такое. Дальше смотрим вторую, второй. Значит, берем чуть-чуть, может быть, больше синевы. Можно как бы делать разную, там, немножко добавляет долю какой-то другого цвета, да. Если хотите поярче, то там королевскую голубую или еще какую-то. И вот таким образом мы начинаем с вами... Вот эти виноградинки высветлять, которые ближе к нам. Аккуратненько высветлять. Не сбивайте собственную тень, то есть она здесь присутствует. Рефлексы присутствуют, поэтому аккуратнее. Пока вот так работаем. Вот такими мазками. Уточняем форму. Как только сейчас мы ее уточним, мы сможем после еще детализирования прописать. То есть более ярко, так скажем. Так, вот этот кусочек. Большую какую-нибудь виноградинку здесь изобразить или две. Наверное, две надо. Тогда вот это надо потемнее немножко сделать. Вот. Так, вот здесь. Ну, вот здесь тоже все, в принципе, нормально, все в норме. Там вот в тени аккуратнее, вот с этой тени. Дальше. Вот наверх мы вот сюда вот вышли, да? Здесь какую еще можно краски? Марс черный можно использовать, индиго, вот такие цвета яркие, да, темные. И мы можем их где-то вот здесь уточнять более контрастно, прокладывая собственную тень. Ой, падающую тень, прошу прощения. Собственная тень отличается от падающей тени. Вот, поэтому следите внимательно, обозначая где-то собственную тень и где-то падающую. Падающая тень, ну, между виноградинками будет. Это самая темная, скажем так, тень. И вот так вот постепенно начинает у нас где-то вот всю виноградинку может тень заполонить, да? Вот, у нас начинает с вами постепенно идет прорисовочка на бутылку. Не бойтесь заходить, да, показывать бутылку. Вот, ну вот так я сейчас уточнил. Виноградик стал получше. И теперь в этом виноградике прописываем еще больше яркости, да, еще больше яркости. Спасибо вам, пишет Вячеслав. Вот, ну, как бы 500 рублей, это круто, друзья, это круто. У нас уже 3150 рублей, а нам нужно
набрать еще там 2000 до следующего мастер-класса. И есть возможность написать очень классный тоже натюрморт «Яблоки». Но я там такую идею придумал. В общем, расскажу. Вот, попозже еще. Сейчас хочу все прописать или в группе ВКонтакте опубликую. Смотрите, тут такое дело. Когда мы пишем виноградик этот, да, можно отвлекаться иногда. И, ну вот, то есть вы там прописали чуть-чуть, да, вот сделали темный, светлый, да. Можно отвлекаться и писать, допустим, там чуть-чуть фужер пописать, поработать, да. Ну, давайте чуть фужерчик напишем. Как это сделать? Фужер имеет различные тоже цвета, их надо увидеть. И вот цвета винограда, они в фужере в этом встречаются. Вот, то есть они здесь очень даже, ну, может быть, не совсем цвет винограда, в нем, может быть, присутствует какое-то изменение, там, краснота, еще что-то. Но он может быть. И мы добавляем какие-то блики по фужеру. Но внимательно добавляем, да? Значит, смотрим обязательно на... Вот, от яблок там или еще от чего-то. У нас тоже тут могут быть... Может быть, все что угодно. Здесь надо следить. Дальше, может быть, вот немножко охры. И вот так меняйте вид свой, чтобы вы не только писали виноград, да? Но и работали над другими вещами. Как я говорил, надо по всему натюрморту вести работу. Вот, какой-то такой бличок сейчас сделаем. Потом контуры обозначим почетче. Они здесь есть. Людмила, спасибо. Спасибо за 100 рубликов. Спасибо большое. Спасибо вам, ручкой помашу вам в знак благодарности. Спасибо за 100 рубликов. Люди добрые, спасибо. Да, этикетка отображается тоже. То есть, ну вот она, в принципе, вот какой-то блик. То есть надо за этим следить, да. Карминовые отражения вот здесь могут быть. Этого сейчас ничего нет. Предельно внимательно, когда прописываем детали, изображаем все это, работая крайне интересно тоном, ничего не выдумывая. И тогда все будет хорошо. Вот. Вот вам, в принципе, тот же гиперреализм, да? Будет. В конечном итоге. Так, вот здесь вот коричневого можно положить, попробовать. Да, коричневый сюда, наверное, подходит. Мазочки гладкие делайте, потому что стекло гладкое. То есть толщина мазка может быть довольно серьезной, да? Но сам мазок надо класть гладко, чтобы не было шершавости какой-то. Это ж не шерсть, не наждачная бумага, а стекло, да? Поэтому здесь можно и нужно делать именно так. Вот, дальше, чуть-чуть делаем алый такой вот ободок по стеклу где-то вот здесь вот, сейчас, секунду. Можно не по всему, но так, чуть-чуть. Не спешим блики яркие делать, это пока ни к чему. Это сейчас попозже. Сначала надо прорисовать максимально приближенно
к вот этим всем рефлексам, найти эти рефлексы все. Вот как только... Валентина! Валентина! Привет, привет! Привет вам! $5, Валентина, в своей традиции. Вас уже все, весь интернет уже узнает. Спасибо вам большое, ручкой вам помашу. Спасибо, Валентина. Как всегда. Круто. Так. К вам в комнату дневной свет попадает, он натюрморт подсвечивает. Нет, натюрморт сейчас у меня подсвечен желтой теплой лампой. А я пишу при свете, который действительно как солнечный свет, как дневной. Так, дальше. Что-то я сейчас немного... Ага, вот здесь вот охры. Охры. Слушайте, если бы вот я сейчас подумал, как такие люди, как Валентина, бы переводы делали, я бы не целыми днями бы писал бы разные эти, как разные картины бы, каждый день бы выходил бы и писал. Прикол. Так, вот здесь вот чуть-чуть потемнее делаем. Вот от какой-то там. Либо от сливы, либо от чего-то. И вот здесь немножко набираем. И вот здесь тоже. Вот так мы сейчас распределим все по тону. Да? Так, вот здесь. Вот здесь тоже. Есть вот такие блики. Королевской голубой можно чуть-чуть с ультрамарином, чуть-чуть с кармином. Вот такой блик. Блики тоже надо подбирать, то есть это не просто так. Там вот где-то появляется. Потом коричневым просто. Можно вот здесь вот ободок поправить. Сейчас, секунду, очень аккуратно это надо делать. И здесь тоже аналогично. Вот. Дальше. На бокале... Теперь можно сделать яркие блики, но для этого мы берем белило, чуть-чуть желтый. То есть блики у нас все равно смешиваются с желтой. Не забываем об этом. И пастозно, ярко кладем. То же самое вот здесь где-то есть какое-то отражение, и мы его используем. Так, ножка. Ножка тоже очень аккуратно пишется. Королевской голубой, допустим, берем и высветляем. Делаем вот такую линию одну, потом оранжевую, желтую. Можно... Не получилось. Сейчас еще раз. Значит, беру желтую. Такую вот яркую. Мало краски, видимо, набираю. Сейчас сделаем. Вот такая яркость должна быть. Сейчас, секунду. Ну, пока пусть так. Королевской голубой, чистой, можно чуть-чуть с белилами
Можно вот здесь сделать тоже блик. Вот он. И у нас начинает получаться стекло. Да, кстати, вот если взять коричневый, что-то вот такое темное, то по центру можно где-то сделать вот эту темную. А, также можно вот здесь сделать тень от ножки. И добавляем какой-нибудь яркий блик на саму ножку вот здесь вот. Вот. Если удалить, вы просто, может быть, видите сблизи, поэтому не очень, может быть, но когда удаляется камера, то вы более так вот четко все это можете прочувствовать. Здравствуйте, сегодня вас слушаю, хорошо. Треугольник получился по желтым, пятно интересно. Не понял ничего, ну ладно. Так, дальше. Дальше. То есть, вот у нас получился стаканчик. Мы его пока, то есть это тоже не конечный вариант. Мы его оставляем сейчас пока. И мы к нему, может быть, вернемся. Не может быть, а вернемся. Давайте сейчас, ну, нам бы успеть бы все это сделать сегодня. Давайте сейчас попробуем прописать еще виноград. На него надо сейчас все силы кидать. Да, я не буду писать сегодня буквы вот эти, наверное, потому что я просто не успею, если буду этим заниматься. Но если успею, то напишу. Но тут вообще еще сливы не готовы совершенно. В общем, тут много к чему вопросы. Особенно там и листья не готовы, да. Вот, все нужно прописывать еще раз, все скрупулезно. Ну вот стаканчик вроде начал появляться помаленечку. Вот, чуть-чуть где-то, конечно, тут есть ошибки, но все можно уточнить. Где-то пересветлил, где-то вокруг ножки надо там работать. Ну, это нормальное такое явление. Да, от стаканчика могут падать тени. Так, чуть-чуть мы наведем их. Ну и где-то вот здесь тоже могут быть тени. Даже вот как там полурефлекс и полутени, непонятно что, да? От слив тоже могут быть тени. И мы их обозначаем. И, соответственно, можно вот какой-то зеленцой тень сделать вот здесь. Почему зеленцой? Потому что здесь рефлексы будут. То есть каждая тень, она своя, к своему предмету, да? Каждая тень разнообразна. Допустим, здесь зеленая тень, здесь больше такая тень. А они все разные по тону и тени, по... Ну, по всему разные, в общем. Это тоже надо учитывать. Дальше. Ну, давайте чуть-чуть еще пропишем вот эти сами сливы, потому что их надо еще немножко дорабатывать, да? А потом заново еще раз все начнем прописывать. Так, у меня слива, что-то она вот так находится, а я ее писал вот так. Представляете, когда натурщика пишешь, как это происходит? Если даже сливу повернул немножечко по-другому, уже другой ракурс, все уже по-другому, да? А натурщика, вы представляете, он голову там мотанул головой, и все. И сиди, думай, что у него там было написано. Так, вот эту палочку уберу. Вот почему палочки всякие, их не надо писать на начальном этапе. Вот кто стремится
на начальном этапе вот это все прописывать. Это делается в самую последнюю очередь. Сначала лепится объем, и мы про это не должны никогда забывать. Как только объем показался, как хочется взять этот мячик в руки, да, только тогда мы переходим помаленечку к деталям. Вот. Нет смысла, иначе мы будем по 600 раз все это переделывать и переписывать в ходе работы. Я знаю многих, кто вот прям не терпится, как бы 2-3 движения бы сделать и закончить работу. Да, тут это не прокатит. В работу надо влюбиться. Влюбиться и сидеть, получать кайф от живописи, а не заставлять себя работать. Вот тогда будет получаться. Если вы себя заставляете, то, скорее всего, вы все равно накосячите. Все равно накосячите где-то. Так, вот это хорошо, дальше, что здесь нехорошо, здесь вот можно немножечко еще, это может слишком ярко, чуть-чуть где-то бликование показать, ультрамарином можно где-то рефлексы вот здесь внести. Вот таким образом потемнее, то есть тут тень собственная, да, появляется, но она как бы должна быть холодная, чтобы он этот предмет на передний план начал выходить к нам. Вот. Дальше. И вот здесь чуть-чуть потемнее еще. Вот. Вот как приблизительно она выглядит. Вот, остается нам только немножечко там где-то, как изначально было, сделать. Ну, сейчас сделаю, потом поговорим. Это очень трудно говорить. Вот. И теперь добавляем сюда блик, да, один. Он может быть даже не блик, а вот что-то такое вот сюда, вот, допустим. Вот такое свечение. И пошло дальше. Вот здесь вот. Точечку делаем, здесь будет находиться палочка, да, где-то может быть чуть-чуть вот здесь вот тоже рефлексик добавить от ткани, он тоже может быть. А вот здесь потемнее немного. И делаем что еще? Палочку саму делаем. Палочку не обязательно там слишком темную, ну такую. Она вообще-то еле видна здесь. Вот. Ну и она, небось, опять закрасится, поэтому опять я спешу с этой палочкой. Просто знаю, что люди очень любят эти палочки рисовать. Так как не знают, когда у меня будет закончена работа, да, многие думают, о, палочку не нарисовал. И пошел дальше по своим делам. Вот. На самом деле просто нужно время, чтобы я нарисовал ее. Ну, вот такая слива, она сейчас смотрится, в принципе, как надо. Но заставлять себя все равно надо. Да, безусловно. Да. Отрисовка про золотое сечение, я имею в виду. Опять не понял, какое золотое сечение. У меня тут нет никакого золотого сечения. Так, вот, так выглядит эта слива, и она довольно сейчас вот убедительно начала смотреться. Да? А вот в этой еще проблемы.
Вот, проблемы еще. Ну, давайте вот тут пятнышко как-то. О, значит, что мы делаем? То есть потом пальцами где-то какие-то мазки подубрать. Все это потом еще раз уточняется. Еще раз. После проходим и уточняем. Но это в конечном варианте уже потом будет, да? Вот, передний план обязательно... Предельно внимательно все прорисовываем на переднем плане. Нельзя просто мазануть и уйти на переднем плане. Наоборот, передний план прописывается. Если вы там изобразили какой-то предмет, то надо прописывать. Вот здесь давайте решим вот эту вещь, потом может быть яблочко, потом опять виноград. И вот так будем пока здесь крутиться на переднем плане. Еще можно драпировку прописать. Вот, получше. И потом опять кленовые листочки, фужер, все еще пройдемся. Еще несколько раз. Друзья, не забывайте, что Иван Васильевич следит за вами. Ставьте, пожалуйста, лайки, иначе он обидится. Не обижайте Ивана Васильевича, он следит за вами. За лайками, пожалуйста, поставьте, если можно. Приходится напоминать, да. Так, вот здесь вот делаем темнее. И контур четче. Вот, пока такую темноту набираем. Ну, давайте еще где-то вот здесь тоже наберем. И уточняем форму. Вот. Уточнили. Дальше. Тут тоже как происходит? Вот это одна плоскость. Вот это вторая плоскость, а это третья плоскость внизу. Все надо разбить по плоскостям. Вот это наиболее освещена, да? Вот это темнее. Значит, мы так и делаем. Все, как мы видим. Ничего не выдумывая. Значит, берем вот эту плоскость и делаем темнее. Вот таким образом. Затемнили. Дальше. Плавный переход вот от этой тени к свету тоже должен быть. Поэтому тоже темнее вот здесь делаем. Причем, смотрите, мазки уже накладываю по другой плоскости, да? Следите за мазками, за своими. Так, вот это тоже чуть-чуть поаккуратнее. Дальше. Вот здесь вот, вот здесь набираем больше... такого вот темного яркого цвета. Кармина, можно сказать. Вот здесь можно подчеркнуть. Следите за рисунком. Не шар, чтобы получался, а именно слива в своих пропорциях и в своей форме. Вот. Можно теперь немножечко в растирочку поработать, убрать вот эти лишние мазки, чтобы они не смущали. Так, сейчас, секунду. Поднять воротники, за нами слежка. Точно. Вот. Так. Немножечко где-то убираем вот этот вот блик. Можно тряпочкой даже убрать. Там, в принципе, цвета хватает. Путем вытирания высветляем вот так. И у нас появляется с вами... довольно интересный показ
предмета, да? Сейчас еще. Объем. Самое важное – это объем. Друзья, не яркость, а объем. Запомните. Яркость – это последнее дело. Яркость, она будет, если вы пишете правильный объем. Поэтому все, кто приверженник яркой живописи, не совсем понимают, в чем вообще живопись. То есть, я имею в виду, я не против яркой живописи, но понимаете, когда это получается вот только гоняться за яркой живописью, да, это неправильно. Вообще, все художники знаменитые, никто не гонялся за этой яркостью, все работали для чего? Чтобы показать либо правду, либо какое-то отношение к сюжету, еще к чему-то. Мораль показывали. Вот это настоящая живопись. У нас же принято, что делать? Это закатики только писать яркие. Больше ничего. Вот, ну, не хватает, видимо, больше ни на что другого. Вот закатик – это живопись. Все остальное не живопись. Ну, так вот рассуждают многие. А это неправильно, друзья. Наоборот, как раз, если честно, пейзаж – это уже считается в живописи как бы более второстепенная вещь. А вот всякие сцены – это вот более сложные вещи в живописи, которые больше ценятся. Что-то такое интересное, да. Ну, до этого надо дойти, чтобы это понимать. Вот. Так, ну вот он, да, появился. И здесь можно тоже какую-нибудь там веточку сделать, да. Потом мы его еще можем прописать, друзья, после. После мы еще его пропишем. Давайте еще поработаем над виноградом и яблоком. Да, яблоко хочется еще лучше сделать. Оно сейчас не очень смотрится. Хочется его еще разнообразить. Так, ну мне, наверное, палитру надо вычистить будет. Что так нельзя работать. Так, желтое. Оранжевые такие цвета, да? Ну, давайте попробуем вот здесь вот их показать. Яблоко очень такая штучка привередливая. Там очень много разных переходов. И в этих переходах надо найти где-то больше красноты, где-то больше желтизны. Но это надо сделать так, чтобы все было в одном ключе, чтобы не ошибиться. И причем могут быть холодные тоже. Сейчас чуть-чуть наведем марафет с яблоком. Оно очень яркое. Это из-за того, что оно освещено, близко находится к источнику света. И прям вот так ярко, сочно освещено. Я немножко замолкаю, потому что очень сложно сейчас говорить и делать лессировками вот эту работу. Ну, в принципе, вот, ну, как бы академическое, точнее, классицизм, да, вот строится вот на этом гонении краски туда-сюда, да, вот. Дальше.
Дальше. Кстати говоря, вот здесь яблочко можно было бы подправить за счет, чтобы оно не шариком было, а вот таким. Сейчас, секунду. Вот таким списать его, да? Сейчас мы это сделаем. То оно получается немножко шариком. Следите за этим, чтобы в погоне за детализациями у вас не получались шарики. Перекрываем вот этот кусочек. Можно где-то чуть плотнее набрать. Вот. И тоже там можно сделать какую-то небольшую растяжечку. То есть там тоже есть затемнение. Вот так. И сюда мы ее немножко растушевочку сделаем. Желтый. Вот здесь можно немножко поработать. Тоже аккуратненько растяжечки делаем. И выходит на желтую светлую. Вот сюда. Пытаемся сделать гладко. Сейчас. Так, вот здесь вот еще можно небольшой, но в принципе ладно. Наверное, надо потом вернуться еще к яблочку. Так, что там пишут? Это сливы или нектарин? Да я сам в них не разбираюсь. Нектарин, наверное. Или чернослив, да, я не знаю, друзья, я в них путаю все время, как они называются. Что вы видите на фотографии? Сливы это или что? Но не слива, это что-то еще, да. Так. И желтенькое, оранжевое тоже чуть-чуть надо внести вкрапление вверх. Да, сейчас я почищу палитру, потому что уже невозможно работать так. Вот, за палитрой следите внимательно. Так, секунду. Угу. Немножко вот этой охры можно вот теперь вот сюда перебить красную, чтобы вот такие вот вкрапления пошли. Слишком красную тоже нельзя допускать. А, и там от чего-то от бутылки тоже есть рефлекс. Мы его можем показать сразу.
Вот. И вот здесь тоже будет рефлекс. Сейчас, секунду. Вот здесь. С рефлексом надо попасть. Если не попадаете, то вот у меня сейчас не очень, я попал по тону, да, то надо будет потом еще, ну, будем смотреть, переписывать, может быть. Ну ладно, вот яблочко что-то такое, оно, в принципе, почти состоялось, да. Ладно, дальше, виноград, значит, виноград, листья. Сейчас давайте перейдем. Персик. Персик. Да не, не персик, какие-то нектарины. Значит, давайте еще раз пропишем сейчас вот это. Да, виноградики все пропишем. И все будет нормально. Так, секунду. Виноградики, значит. Ох, так, виноградики. Значит, делаем сначала. Очень сложно это все сейчас просматривать. Чуть-чуть светлее делаем те места, где будут бликовать. Те места, где будут бликовать эти места, да? Делаем при помощи, можно даже использовать чуть-чуть больше зелени сюда вот вкинуть, да, вот такие цвета, вот, и набираем те места, где у нас будут рефлексы, очень аккуратно. И блики, да, так, сейчас, секунду, вот этот тоже кусочек. Вот. То есть и делаем еще усложнение по поводу всего винограда. Так, придется, наверное, кисть еще одну взять тонкую. Потому что двумя надо писать. Одна потемнее, другая посветлей. То есть вот это делаем форму винограда. Вот такую. Вот. И потом более светлый. Здесь будет блик. Где-то. Как бы выдумывать-то здесь не особо-то нужно. Даже не нужно. Иначе не получится пролепить объем этот. Ну вот я сейчас все равно выдумываю немножко. Не совсем то пишу. Ну, пока ничего. Так, вот этот виноградик, значит. Вот так. А вот с этой стороны высветляем какой-нибудь виноградик. Вот так. А выше поднимаемся. Вот здесь он где-то тоже будут высветления. Дмитрий, добрый вечер. Я сегодня на минутку. Только поздороваться. Буду смотреть в записи. Всем красивых картин. Спасибо большое. Специально помолчал, потому что увидел там надпись. Ручкой вам помашу. Да, в записи все останется. Спасибо вам огромное. Спасибо.
Спасибо большое. За 100 рубликов, вот видите, человек зашел, поздоровался, называется, да? Спасибо огромное, спасибо за 100 рубликов. Вот, пополняется чуть-чуть, по чуть-чуть копилочка. Спасибо большое, друзья, за переводы. Так, вот здесь тоже надо... навести, так сказать, марафет, да? Вот. Вот такой, такая лепка. Лепка формы. Не спешим пока блики делать. Блики, конечно, очень многое дадут. Сразу прям оживет виноград. Но не спешите работать бликами. Не спешите это делать. Лепите форму по возможности, вот пока вы не убедитесь, что ну вот все, больше сказать нечего, и виноградик уже появился без бликов. Блики очень многое дают, правильные блики. Но также очень многое дает правильная работа цветом, объем, да. Все это тоже очень работает. Ну вот он, в принципе-то уже неплохо смотрится. Может быть, сейчас остается вот что-то где-то еще чуть-чуть подвыделить капельку. Можно даже, сказал, сейчас набрать вот так вот поярче красочку какую-нибудь еще, поярче, да? И давайте проведем... Так, секунду, в проводах запутался. Значит... еще в нескольких местах. Так, сейчас дайте сосредоточиться. Где-то вот здесь можно. Вот. Но это такие еще более теплые, да? Более светлые. В некоторых. Это не значит, что во всех. Это значит, что в некоторых, да? Вот сказал. Ой, сказал, как отрезал. Ну ладно, что поделать. Когда пишешь, друзья, очень сложно говорить и делать. Весь в работе. Как бы думаешь, как бы правильно поставить этот мазочек в нужном месте. Вот, да, начали высветляться еще сильнее. Значит, какие тут еще цвета могут быть? Вот такие странные сейчас попробуем набрать. Карминовые и королевская голубая. Ультрамарин можно попробовать поярче. Вот, да, что-то такое хочется. Сейчас мы это попробуем внести еще потемнее чуть-чуть. Потемнее чуть-чуть. Где-то вот здесь можно попробовать. Вот такие варианты. Даже еще кармина больше. И еще ультрамарина больше. Потемнее. Так, сейчас, секунду. Вот, лепим форму, друзья. Лепим форму. Так, Дмитрий, я должен ли уметь художник обязательно уметь писать натюрморты? Просто мне не очень нравится натюрморты писать их. Натюрморты хороши для обучения.
Ну вот такие творческие натюрморты тоже хорошие. Чем он плохой? Его можно где угодно использовать. Да? В нем есть своя эстетика. Вот. То есть художник должен уметь писать все. Но будет ли он это писать или нет, это неизвестно. Это уже второй вопрос. Но уметь должен все. И, конечно, если он умеет все, то за ним стоит выбор, что он будет там делать. Дальше. В художественных вузах везде первые два года, как минимум два-три, пишут натюрморты. Почему они это делают, задумайтесь. Обучение с натуры. Можно себе позволить. Можно не ходить, не мерзнуть, а писать с натуры. Да? Это очень большое обучение. Видение цвета развивает. Натюрморт – это очень круто. Я тоже раньше, когда начинал, вообще не понимал натюрморт. И, в принципе, и портрет я не очень понимал. Но после я осознал, что это портрет и натюрморт – это тоже очень круто. Очень круто. Вот. Так, тем не менее, что мы сейчас делаем? Блики на виноградиках мы добавляем. Блики, значит, смотрим, где самые яркие сначала. Прям вообще самые яркие. Как ни странно, вот здесь блик. Вот здесь где-то сделаем. Вот. Потом более темные блики. Показываем также. Блики могут быть разные, поэтому не надо их все одинаково делать. Они разные по цвету могут, в принципе, быть тоже. Где-то темнее, где-то светлее. В общем, всматриваться надо. Всматриваться обязательно. Этот неудачный, можно чуть стереть его. Вот. Дальше. К этим бликам также тени. Добавляем, к виноградам тени. Тени должны быть прозрачные, они должны быть реальными, а не выглядеть как будто мазки грязные какие-то. Так, дальше. Под ваш голос засыпать хорошо. Да, это я сейчас так комментирую, извиняюсь, потому что, ну, на самом деле, работа такая сейчас идет. Обычно я буяню красками, да, по холсту комментирую так вот. А сейчас такая работа, вот это прописывание винограда, я предупреждал, что прописывание винограда это будет вот такая вот монотонная работа. И я говорил, что за одно занятие. Почему я сказал, что за одно занятие виноград написать и все вот это совместить, это, конечно, круто. Ну, то есть это можно сделать, но это не будет так хорошо, как за два занятия.
Вы никогда не тут в детализации, не в умении, а в детализации дело. Вот. А детали прописывать тут, просто нужно время. Вот. Это я просто говорю о том, что такое виноград, и что вот тут особо ничего не расскажешь, да, а копание вот долгое. Вот кто говорит еще, просит, техника старых мастеров. Вот так и будут проходить все мастер-классы. То есть ничего особо не скажешь, а краску будешь туда-сюда гонять. Ну что там, что там можно рассказать в технике старых мастеров? Как ты эти мазки будешь лессировочно упорядочивать и как-то их там накладывать друг на друга? Вот, вот это вот гонение краски, растушевка ее, да. Конечно, ничего такого не получится. То есть, когда импрессионистичная живопись, там рассказываешь, все показываешь, почему этот тон, локально кладешь этот тон, да? А здесь уже так не поговоришь. Вот. Так, дальше. Вот этот виноградик вроде начал появляться тоже, да? Начал появляться тоже. Давайте мы его сейчас немножко бликами поддержим также. Мы к нему еще вернемся сейчас попозже. Сейчас мне еще интересует кленовый листочек. Он все портит, он такое пятно непонятное, его надо прописывать. Так, сейчас я только вот здесь вот еще высветление сделаю. Вот. Так, друзья. Значит, дальше. Дальше. Вот здесь у нас. Ну, там непонятно что. Пусть это вот темная какая-то будет, да? Непонятная штука, масса. Бутылка, тень от бутылки. Смотрите, тут тоже засада такая, что нам нужно контур уточнить. И хоть и жидкой краской, да, но контур нам уточнить необходимо. Поэтому мы его немножечко вот так эту бутылочку поправляем. Вот, и надо поискать цвет дальнего плана того места, да? Чуть-чуть приглушить вот этот вот цвет. Вот там куда-то ушло, тень, непонятно что. Пусть будет так. Можно также здесь где-то складочки продублировать. Тоже где-то чуть-чуть потемнее набрать. Хорошо. Дальше. Так, время у нас 6.18, да? 6.18. Ну что, можно сделать маленький перерывчик, пятиминутный. Я как раз чайку налью, в рамочку одену, посмотрим, что получается. Я просто за это время, почему я так делаю, немножко сам отдыхаю. А если работать все время не отдыхая, глаз привыкает, и непонятно, что потом начинаешь писать. Вот. Поэтому сейчас я... Ну вот вы видите, все вроде начало появляться, да? Еще чего не хватает? Переднего плана, листьев правильных не хватает, да? Ну вот эти, конечно, все буквы, они бы тоже шарш придали, да? То есть было бы классно. Вот. Вот, но это я не знаю, сейчас посмотрим, будем дописывать. Нет, сейчас кленовые листочки пропишем, да, и там будет видно. Там будет все видно. Так, ну я пока вам заставочку, друзья, поставлю, какую-нибудь музычку, да.
Ну что, друзья, продолжаем. Продолжаем. Сейчас выглядит вот так. Натюрморт остается уже не так много работы, но тем не менее она есть. Да? Давайте пропишем сейчас, как я говорил, сначала разберемся с дальним планом. Здесь вот есть недописанные у нас моменты с кленовым листочком. Да? Давайте я поближе чуть поставлю. Нужно как бы еще более внимательнее смотреть на это, на все дело. Вот это можно убрать с палитры. Если жалко краску там, да, можно ее еще использовать. Можно куда-нибудь вот так положить в бок, сбоку. Я думаю, меня слышно, да? Я что-то сейчас вот не проверил, есть ли связь. Ты можешь сам с собой разговаривать, друзья. Это, знаете, не очень хорошо, когда человек сам с собой разговаривает. Вы, наверное, понимаете, да? Вот. Вы в чате там не напишите случайно. Все нормально, трансляция идет. Так. Чуть-чуть вот здесь хочется набрать. По тону поддержать еще разок. Тон надо проверять всегда. Вот несколько мазков могут быть свежими, они могут хорошо влиять на все что угодно, да, если тон проверяем. А можно вот так вот в деталях закопаться и забыться, там что-то нарушить, высветлить, пересветлить, и все, и эти детали только могут хуже сделать. Так, значит, Диана, 10 евро, обалдеть. Welcome to Ireland. Спасибо вам большое, спасибо вам огромное, Диана, спасибо вам, спасибо большое, 10 евро. У нас с вами уже получается 3700 рублей. То есть у нас остается 1300 до мастер-класса. До мастер-класса. Спасибо, друзья. Спасибо огромное. До еще одного, да? Завтра что у нас будет? Завтра попробуем анализ провести картин. Да? Диана 10 евро кинула на счет. Так, сейчас еще, подождите, я сейчас начал об одном говорил, да, сейчас начал другой. Виноград еще хочу чуть-чуть поярче где-то показать. Немножко хочется больше желтизны в него вкинуть. Чтобы он засветился еще ярче. Пастозности побольше. Такие рефлексы дают возможность показать виноград. Даже вот одним движением можно его подчеркнуть где-то. Вот. Так. Да, вот здесь вот рефлексики какие-то еще доделываем. И виноградик становится чуть-чуть еще лучше. Здесь вот хочется прям вот такой сделать, да, чтобы он загорелся там. Буквально прям вот загорелся. Для этого нужно белый вот немножечко желтенькую, вот такую вот красочку. И вот здесь вот еще разок. Оп. Вот какой он будет там. На темном фоне немножечко поярче пусть будет. Ну, где-то можно и вот здесь также
чуть-чуть еще поярче сделать ободок, да? Вот. Целенаправленно выделяем, даже если там не, может быть, не настолько яркое. Вот эти некоторые виноградинки можно чуть-чуть еще поярче, чтобы они, так сказать, там откровенный желтый, да, рефлексы пошли, чтобы они прям заиграли. Вот. Да, вот сейчас он почетче начал смотреться. Почетче. Еще что можно сделать? Вот такая вот краска с желтой. Даже где-то вот здесь может быть уместно. Вот, тоже. Поярче виноградик сделать. Не за счет разбеливания, а за счет именно цвета интересного, да? За счет цвета, друзья. Ну и так мы с вами прописали его, да, и он интересный уже смотрится по-интересному. Чуть-чуть вот еще здесь где-нибудь тоже бы. Показать это все. Вот. Немножко высветлить здесь. Кисть окрашивается сразу, прям моментально в красный цвет. Так, 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 так. Дальше. Дальше что мы делаем с вами? У меня на мониторе виноград черно-серый. А какой он у вас? А вот какой у меня на картине, как я скажу. Ну, вот такой он, да. Вот. Ну, то есть, на мониторе, на фотографии он чернее и теплее, а в натуре он не такой. Он более желтый, более теплый. Ну, вот как вот у меня вот на картине, как камера показывает. На фотографии совсем не такой. Так. Есть красные сливы импортные, они очень крупные. А, это сливы? Да, да, это, наверное, да. Сливы такие могут быть, да. Excuse me, да. Приоритет на бутылке с бокалом вина. Это не случайно. Приоритет на бутылке вина. Да, в смысле, тут ничего случайного нет. У меня еще виноград на ветках висит, да. Понятно, понятно, друзья. Так, ну что же, не забывайте, ставьте лайки, друзья. За денежные переводы вам огромное спасибо. Нам осталось там набрать... А, нам осталось набрать, да, сколько, 600, 1600 рублей получается, да, где-то. Спасибо, друзья, за переводики. Будем, да, копить еще на один мастер-класс. Можно, ну, сразу, как бы, если бы на 10 тысяч, мы могли бы накопить и сделать в таком случае хороший такой же полноценный мастер-класс, в котором можем написать яблоки. Я, знаете, какие яблоки крупные, сочные, знаю, как можно в тазик положить, воды туда налить и туда же кинуть в этот тазик, допустим, эти осенние листья. И крупным планом это все написать. Знаете, как классно будет смотреться? Просто ураган. Я уже продумывал эту тему. Тоже с натуры. Это очень классный натюрморт будет. Поэтому я могу составить натюрморт, фотку сделать. Я думаю, очень многим понравится. И тем более это обучение изображения воды. Понимаете? Это тоже... Очень интересная тема. Так, вот здесь вот добавляем вот таких вот линий. Они не должны быть
четкими, яркими, там слишком, да. Все очень условно. Вот где-то они, может быть, даже просто кистью процарапываем вот этот поверхность, и все. И этого достаточно будет. Так, вот там какой-то кусочек чего-то свисает и светится. Можно его также показать. И сделать вот такую небрежность в натюрморте там. Зачем это нужно? Чтобы показать, что вы не заморачивались, а вот так с легкостью работаете. Потому что некоторые затирают холст там, да? А вы вот так вот, 2-3 движения мазка кисти, и у вас все под контролем, да? Вот, это все тоже можно так делать. Белила, немножечко больше желтой краски. Главное не разбелить. И где-то вот здесь вот мы можем с вами какие-то вот такие вещи добавить. Бликование листа этого. Чтобы он тоже был более разнообразный. Чтобы там тоже блички были какие-то видны. Так, яблоки в воде круто. Будут блики на них разных цветах, от воды в том числе. Красивые цветовые сочетания. Да-да-да, будет вообще обалдеть. Ирина Сорокина. Очень часто тоже донаты переводят, по-моему, да? Спасибо вам большое. Спасибо, ручкой вам помашу. Спасибо вам огромное. Я когда пишу по видео Дмитрию, слушаю, какие краски, насколько темно, светло и тепло, холодно. На цвет уже смотрю у себя, что получается, а не сравниваю с фото или монитором. Но как бы тут все надо и сравнивать, и смотреть, что получается, да, то есть это комплексная работа. Так, сейчас я еще красочка, видите, какой я красочкой пишу, вот она норма, да, классная краска, вот желтенькая, сейчас мы ее добавим и немножечко еще поработаем, чуть-чуть еще сделаем, где-то высветление на яблочке хочется вот здесь вот добавить. Вот так, да, яблочко начало смотреться уже прилично, пошел объем, и к яблочку добавляем где-то немножко кадмия красного, и вот здесь тоже как бы перебиваем еще раз вот этим бликованием. Чуть-чуть можно такими полосами определить на яблоке вот такую вот текстурку придать. Текстурочку придать. Так, вот там чуть-чуть убрать, да? Дальше. Еще немного темнее вот здесь может быть. Капелечку темнее. И вот здесь чуть-чуть. Вот такое яблочко уже нормально так смотрится. Спасибо.
Спасибо, Надежда, спасибо большое. Спасибо, ручкой вам помашу. Спасибо вам большое. 500 рублей от Надежды. В принципе, мы, я не знаю, да, сейчас, наверное, уж наберем, да? Или что там у нас происходит? А, это было 4500, да? До этого, а я думаю, 1500 еще говорил. Так, 500, сейчас появится. Да, 5000 мы набираем еще на один мастер-класс. Замечательно. Мы можем еще себе позволить. Ну, теперь следующие 5000, если на два мастер-класса, это яблоки можно сделать, да, в тазике. Будет классный натюрморт. На этих натюрмортах пока можно очень хорошо учиться, потому что здесь в основу натюрморта вообще круг лежит, да, шар точнее. Вот. И поэтому, да, это можно делать, учиться, обучаться и грамотные вещи такие писать, чтобы потом уже, может быть, перейти к каким-то портретам или чему-то такому. Так, спасибо огромное, кто переводит донатики, я вам аплодирую. Спасибо большое. Так, дописываем натюрморт этот, да? Значит, что нам нужно сделать? Усложнить еще цветом. Допустим, где-то бокал давайте пропишем. И бутылочку чуть-чуть тоже можно. Красненького можно добавить, это будут рефлексы от яблока. Значит, бокал мы делаем рефлексами, вот здесь вот наверху, вот сюда уходит. Вот такой теплый тон набираем. Можно чуть-чуть темнее вот здесь оставить. Довольно пастозно можно это делать. Дальше. Где-то можно немножко охры добавить вот здесь от виноградиков. Еще рефлекс растянуть. Можно там несколькими мазочками поработать. Вот, дальше. Красненьким можно чуть-чуть где-то вот здесь усилить. Это не помешает. Потом можно еще вот здесь сделать желтенькая охра, вот такая, даже с королевской голубой. Больше рефлекс вот сюда. Может быть, это рефлексы от этикетки там, да? Не совсем это важно. Дальше ножка не написана еще. Ножку прописываем. С ножкой тут еще беда у нас. Серенькую краску можно взять. Похожую на цвета вот винограда. Тут рефлексовать они будут. Но по тону надо попасть, понимаете? Вот тут, конечно, такая штука. То есть, когда ножку мы пишем, вот эти цвета, что вот здесь вот, вот они насыщенные по тону, да? За счет этого ножка на темном фоне яркой кажется. Сейчас внимательно. Вот ко всему надо вот так предельно внимательно относиться, тогда получится классная вещь. Ко всему буквально. Так, еще что? Значит, еще небольшое отражение от виноградов вот здесь внизу можно применить. Рефлексы. Да? Они здесь хорошо пойдут.
Вот, дальше. Можно чуть-чуть теплее, 2-3 буквально, не больше, на виноградах. Это могут быть какие-то там полурефлексы от вина. Но как бы только в 2-3 местах, нельзя их везде добавлять, потому что иначе будет очень казаться неправдоподобно, да, то есть вот где вино, там бокал стоит, там чуть-чуть кармина можно кинуть. Ну, так вот тоже не увлекайтесь особо. Вот так. Ну и достаточно. То есть там может быть как тень, может быть рефлекс, вот они туда ушли. Да, кстати, вот это, вот там ушло, да, можно использовать даже, вот давайте попробуем зелень, вот зеленую краску. То есть смотрите, как меняются цвета, даже индиго. Знаете почему зелень? Потому что там больше какой-то охры, еще чего-то, да? И там виноград будет по-другому окрашен. Это лучше смотрится. Вот я чуть-чуть зелени там добавил в трех виноградинках, да? И он меняется вообще по цвету, по тону, интереснее смотрится. Дальше. Смотрите на дно бутылки. А что с дном бутылки? Ну, тут может... Ай, ну вы на такие вещи... Это может быть там ткань перед бутылкой. То есть не обязательно дно показывать. Ну, давайте исправим, если кого-то это задевает. То есть, когда бутылка стоит на ткани... Лариса, Лариса, вот Лариса тоже часто переводит. Спасибо вам большое, я ручкой помашу. Спасибо, 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 друзья. Спасибо вам за переводики. Отлично, спасибо большое за поддержку такую. Вот, так, дальше, дальше. Темной красочкой можно еще виноградники где-то обозначить. Они где-то здесь еще темнее. Понимаете, в чем дело? Вот. Далее. Вот мне на самом деле не нравится кленовый листочек. Если честно, бы еще в нем покопаться. Здесь вот можно какую-то тень навести. Вот, туда, то есть что-то туда уходит, и ладно. Ну, вообще так ничего, ничего, нормально. Так. Дальше смотрим еще внимательнее. Бокал у нас сам. Значит, вот здесь вот есть зелень, да, с охрой. Что мы делаем? Берем вот здесь вот раз мазочек сделали, а вот здесь чуть-чуть потемнее поддержали. Все, оставляем так. Как там, чего там, не важно. Ольга, спасибо большое за 300 рубликов. Через контакт перевела, да, или что там? Ольга, спасибо большое, ручкой вам помашу. Спасибо, друзья, спасибо. Набираем на классный тоже мастер-класс. Можно будет буквально там, когда, послезавтра или когда, я посмотрю, в группе в ВК будет опубликована информация, когда можно будет провести... Я вот здесь вот вам скину ссылочку в чате. Спасибо вам, друзья, в чате, там в группе в ВК можно будет посмотреть информацию о мастер-классах. Так, чуть-чуть больше теплого вот здесь, светлого можно сделать. Потом вот такие варианты бликования тоже уместны. Вот здесь можно капельку-капельку
тоже вот так разнообразить блики. Вот. Где-то, может быть, чуть-чуть вот так перебить. Да? Все это будет походить на стекло. Очень хотят, да, я вижу. Елена, спасибо большое за 500 рублей. Спасибо вам. Спасибо, друзья. Спасибо вам огромное. Огромное вам спасибо за переводики. Да, копим, копим. Получается накопить вроде, да? Хорошо, замечательно. Так. Вот, помаленечко накопим, конечно. Так, вот здесь чисто желтый, смотрите, внизу, и белило вот берем. Даже, нет, чуть-чуть вот этот розовый и белило, вот такой даже цвет. И вот здесь пастозно кладем, вот так. Вот заиграла ножка. Дальше. Вот этой ножки еще не особо-то есть. Мы здесь можем блики положить, вот так вот. Блики. Они тоже важны. Немножко желтых рефлексов от винограда вот здесь вот. Только чуть-чуть тоже положили. Вот. Дальше. Чуть-чуть вот здесь на ножке тоже бликов. Вот. Так ножка сразу заиграет. Она может быть сейчас немножко кривоватой кажется, но это как бы без разницы. Главное цвет. Главное цвет и тон. Вот. Вот такая у нас получается. Тени немножко не удались здесь, да, на виноград смахивает. Их можно растереть. Ну, просто в дальнейшем. Я просто боюсь, что тут сейчас краска еще не высохла. Чуть-чуть подубрать, и будут похожи на тени. А, ну, и здесь тогда давайте еще разочек пропишем этот виноградик. Хотя бы контурами обозначим. Вот так. Вот. Что еще здесь? Что еще мы здесь можем теперь сделать? Дальше. Вот этот виноград вроде нормально все, да? От него может быть какая-то там веточка отходить. Вот смотрите, веточку я только сейчас могу нарисовать, да? Я больше чем уверен, что большинство эту веточку бы замострячили прямо на первом этапе живописи. И это неверно. Вот. То есть она там как бы дополняет, и ладно. Не особо-то в ней дело. Да, это когда там зритель рассматривает, тогда, может быть, и увидит эту веточку. Вот здесь можно... Там непонятно что, поэтому лучше поддержать лучше вот этот стаканчик, ножку, и чуть-чуть потемнее вот здесь вот сделать. Пусть будет там такое плавное попадание туда чего-то, да? Вот там вот, видите, как в тени все работает. То есть вот он кусок тени, да, вот он. И мы его выдерживаем таким образом, чтобы ничего там не выбивалось. И блики можно тоже вот так чуть-чуть подубрать, чтобы они поспокойнее были, да. И вот он кусочек вот этот в тени, вот он сработал, этот кусочек. Все, нормально. Вот. Что-то там, вот видите, непонятное на дальнем плане, вроде в тени, да, и все, так и оставляем. Вот здесь вот поддержать можно вот этот кусок. Тут как бы вот эти контуры, их надо еще бы, конечно, получше
сделать, тогда было бы вообще хорошо. Но как их получше сделаешь, когда сырая краска, надо, чтобы краска высохла. Вот. Вот получается у нас такой каламбур. Дальше, вот здесь вот еще не хватает пятна яркого. Не хватает, поэтому добавляем сразу. И я бы еще на самом деле посмотрел бы драпировку переднего плана, вот эту, прописать ее конкретнее. Потому что здесь она не прописана. Ее надо бы, конечно, чуть-чуть попастознее, получше бы сделать. Вот. Друзья, пожалуйста, не забывайте, вы можете поставить лайк, поддержать под видео. Поставьте, пожалуйста, лайк. Это помогает развитию канала. Спасибо вам большое. Иван Васильевич следит за лайками. Так, передний план прописываем теперь. Значит, передний план. Как его прописать? Да, сейчас, секунду, вот здесь еще, чуть не забыл, можно даже, знаете, можно применить мою любимую кисть, вот эту чепуху, да, и вот здесь сделать бирочку. Но как бирочку сделать? Вот так, закругленную, друзья, максимально закругленную. Вот здесь тоже можно блик поставить. Вот он. Чтобы эта штучка начала по-другому светиться, да? Вот. А вот здесь, сейчас я пока тоже чуть-чуть посветлее. 2-3 движения, чтобы она заиграла. А вот это пробочка, она еще не прописана на самом деле, ее тоже надо улучшать чуть-чуть. Она даже бликование должно быть чуть-чуть поспокойнее, тогда будет на своем месте. Видите, как по чуть-чуть все обустраивается, да? Но именно так ведется работа. Ну, в принципе, вот вам это как техника, похоже на технику старых мастеров. Чуть-чуть, конечно, у меня не то, потому что мазки я накладываю там более грубо, да. Но это как бы в рамках вебинара. Вот, если бы работать там муштабель поставить и работать долго, кропотливо, то, в принципе, то же самое все, только более лессировочно. Более лессировочно. Сейчас я еще бутылочку чуть-чуть где-то уточню. Может быть, даже вот такие варианты зайдут. Проверить можно также цвета. Сейчас. Секунду, извиняюсь за речь такую медленную, такой цвета. Ну что поделать, ну это, когда пишу, да, вот, вот здесь вот чуть-чуть их поаккуратнее провести. Вот, это придаст тоже бутылке более законченный такой вид. Вот это, да, у нас идет, это синий ультрамарин, вот здесь вот тоже можно сделать несколько рефлексов. Вот, бутылка начинает становиться как бы на свое место. Там можно списать вот это непонятно что сделать. Оно так и будет. Тень, не важно. Там пространство должно быть. Ваши лучшие работы можно увидеть ВКонтакте. Там есть разные работы, но
Есть альбом, где написано качественные фотографии, что ли, или что-то такое. Там это есть. Вот этот тоже чуть-чуть пересветлил сливу эту. Во. Вот так она. То есть чуть-чуть где-то пересвет сделали. Гляньте, насколько. На какой-то там долю миллиметра пересвет какой-то был. И все. И уже она не так смотрится, как сейчас. Очень живопись. Это очень такая штука привередливая, особенно под конец. Особенно под конец, друзья. Чуть-чуть что-то не то сделаете, и привет. И накосячил. Да? Так, вот здесь подчеркнем посильнее. Вот эту часть тоже в некоторых местах посильнее. Вот здесь мазочек такой. Вот здесь можно подубрать немножко где-то линии. А дальше. Это тоже, кстати, вот эти линии, они мешают. Лучше их подстушевать немножко там вдалеке, пусть уйдет. А дальше. А, тут вот есть какое-то золотое такое. Здесь вот на бутылке. Какой-то там герб. Ну, можно вот так вот золотом чуть-чуть что-то обозначить, показать, да? Не знаю, будет он виден или нет, но бутылка будет реальнее из-за этого. Здесь тоже какая-то эмблема есть. Ну, тут, конечно, надписи, а это будет красиво, когда надписи будут. То есть она будет в более законченном варианте. Так, дальше, что еще? Речь ваша великолепна, спасибо. Я писал свой натюрморт, где бутылка вам понравилась. Как раз лессировочный очень долго, еще не закончила. Замечательно. Дмитрий, а нужно ли подправить форму яблока с правой стороны? Да не, она тут, в принципе, ну как бы не мячик, значит нормально. Тут скорее, что нужно, я вот все говорю, а не делаю, это посмотреть вот эту драпировку на переднем плане. Она сейчас намного важнее, чем что-либо еще. Вот. Потому что от нее зависит пространство сейчас. Вот. И ее надо просто цветом решать, искать цвет. Вот где-то яркий, вот давайте поработаем. Это очень важно. Вот такие цвета какие-то, да, где-то надо добавить. Где-то яркие на передний план, где-то более такие сочные. Сейчас, секунду, дайте сосредоточиться. Значит, какие тут идут цвета. Так, охры больше. И вот этой. Так, вот что-то такое. Давайте попробуем. Угу. Значит, немножко еще больше. И вот здесь вот можно сделать вот такой вот кантик, да? Там же все находится вот в этих в складочках, да? И эти складочки сейчас не написаны вообще. А ведь это надо делать. Это надо прописывать, эти складочки. Интереснее надо их выводить. Вот такие здесь есть цвета. Вот. И на передний план. Но их как бы можно так вот лаконично двумя-тремя мазками показать, да. Но и за счет этого может передний план значительно выехать вперед. А нам это и надо. Не белым его разбелить, понимаете? Вот вы, ну, смотрите же стрим, пытайтесь в своих работах работать именно цветом, а не
белилами, понимаете? Не белым я это делаю, а цветом я это работаю. Ищу цвет, который будет интересен, точнее, правдив, я бы так сказал. И вот если я даже вот так вот проработал, вот здесь вот получаются какие-то пятнышки, где-то темнее, где-то светлее, да? Вот, и за счет этого, соответственно, появляется больше объема на переднем плане и уходит дальний план назад. Проверяем еще дальний план. Можно еще списать. То есть еще доберем такую вот охру, что-то вот такое, грязноватое. Набираем, да? Вот такое. И вот это еще списываем туда, на дальний план. Темнее еще делаем. И у нас за счет этого пойдет... Вот, если вот этот тон взять, он темнее даже, чем здесь. То есть, за счет этого получается и выходит этот объем какой-то. Можно там пятнышко какое-то поставить, поддержать. То есть, вот линия идет, вот линия, да. Ну, и где-то она, эта линия может вот здесь сыграть там, на край картины. Чтобы, как бы, зритель видел все равно визуально, вот они, точки, да. Вот хорошо вот этот цвет теплый зашел, то есть там какие-то рефлексы, да, переходящие рефлексы. Там кленовый листочек, но я его не стал прописывать, просто пятно сделал такое. И кажется, что как будто от вот этого основного листочка появился какой-то рефлекс. И хорошо, пусть будет так. То есть нам не важно там, будет он виден тот листочек или не будет. Не в этом смысл. Смысл в удалении и показа хорошего цвета. Вот этот букантик, конечно, вот сейчас я не могу, листок вот этот надо дописывать, вот этот. Но сейчас его невозможно дописать, это я уже без вас буду делать. Почему? Потому что он, краска уже такая, довольно пастозная, не ложится, ему надо просохнуть. Это со второго слоя только можно дописать его. Ну, сейчас я чуть-чуть еще контуры где-то обозначу. Но вот эта мятость листа тоже дописывается скрупулезно, да? То есть мы должны искать свет. Вот сейчас, ну, давайте чуть-чуть я еще здесь поищу этот свет, цвет. Попробую немножечко поработать. Так, сама картина уже выглядит... Ну вот так, если вот как бы поставить ее, вот так, да, вот. Ну так, уже более-менее нормально, все вроде бы на своих местах. Стекло, кажется, как стекло, вот обратите внимание на фужер, да, если по нему стукнуть металлическим ножиком, то отколется фужер, и это вот и есть правильная передача фактуры. Да, яблоко похоже на яблоко, ткань на ткань, листик, в принципе, на листик можно, ну, чуть-чуть доработать. То есть, каждая фактура предмета должна быть обязательно, ну, вот, казаться натуральной. Нельзя допустить такого, чтобы стекло было пластмассовое, да, яблоко стеклянное. Так... Друзья, не забывайте, вы можете поставить лайк или перевести денежный, сделать перевод. Мы собираем, можем теперь, на один уже собрали, да, можем на второй теперь собрать. Можно яблоки написать теперь, яблочки написать с кленовыми листочками в воде в тазике. Будет классно, мне кажется. Можно заморочиться и сделать тоже натюрморт хороший. На натюрмортах очень хорошо учиться. Так, ну там вот как бы вот этот растушевать можно, да, и он не так важен, вот этот листок. Хотя его тоже контурами можно прописывать. А вот этот,
Сейчас мы попробуем еще поработать над этим листочком. Добавить каких-нибудь еще вот здесь вот. Вот здесь можно затемнений, каких-то помятостей вот в этом листочке сделать. При помощи даже той же охры. Вот, чтобы вот это ушло туда, вот, на дальний план, да? Ближе вот к этому листочку. Вот там поспокойнее все это пошло, да? Вот это вот как-то туда уходит. А это передний план. Здесь, наоборот, можно даже еще пошалить и еще больше набрать там желтый, оранжевый. И пастозно еще раз уточнить. Вот так вот. С бугорком краски, да? И это будет правильно. Вот он какой листочек. Вот. Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, и рад буду ответить на ваши вопросы. Рефлекс от желтого листочка тоже можно сделать. Вот здесь будет красиво, я думаю, охрой там, допустим, да? Вот здесь стаканчик можно прописать еще. Чуть-чуть можно выделить. Поярче вот это пятно сделать. Так, вот здесь. Синенького чуть-чуть добавим. Такого яркого. Рефлексики какие-то на виноградике сделаем. Собственные тени, точнее. Так, что там пишут? Мне кажется, что листья больше внимания берут на себя. Как перевести рисунок на холст через копирку? Так, значит, смотрите. Ну, первое, по листьям. Я бы не сказал, что они больше берут внимание на себя. То есть все равно здесь как бы акцент вот сюда идет, на фужер, да, мы рассматриваем. Это центр композиции, как бокал вина. Вот. А потом начинаем все разглядывать. Вот. То есть все-таки бутылка, бокал впереди листвы, а это пятно поддерживает вот этот темный, да, кусок. Ну и вот здесь вот это пятно, и вот это пятно, да, три. Вот. А вот здесь темное пятно, вот по композиции как оно идет. Так что, в принципе, по композиции неплохо, неплохо. Как перевести рисунок, есть у меня, посмотрите, на моем канале, и можно найти, как перевести рисунок на холст. По-моему, там подготовка какая-то. Так, дальше. Дмитрий, фон вы будете утемнять? Спасибо. Нет, зачем? Он нормальный. То есть он по бокам на фотографии темный, но это мне не нужно. Зачем мне он? Он сейчас на дальний план ушел, все нормально. Первая слива у яблока. Что с ней, Наталья? Я, может, там не прочитал.
Значит, ну, тут уже остается, как бы, я бы на самом деле, чтобы сделал это, я бы на самом деле дописал, буквы написал бы, да, и еще, если честно, я бы виноград проверил бы еще, но это потом, потому что сейчас я уже немножечко теряюсь, уже глаза у меня как бы привыкли сильно как бы вот к этому делу. Вот, я уже немножечко начал теряться, поэтому могу напортачить. Лучше, ну давайте чуть-чуть, вот я что вижу еще, могу сделать, но с этим надо быть аккуратнее. То есть лучше отдохнуть немножко, и потом даже вот буквально бы мне, если честно, хватило бы 30 минут, чтобы адекватно дописать там все, да, вот, я имею в виду 30 минут отдыха. Вот, когда пишешь вот так на камеру, то, конечно, здесь начинаешь уже что-то, может, надуманно может начать получаться, потому что надо очень быть внимательным сейчас. Но пока все нормально, пока все это точно все нормально, тут все где-то поправимо, где-то что-то можно улучшить, но каждое действие должно быть очень аккуратным, очень аккуратным. Вот, но все-таки да, вот я чуть-чуть даже сейчас вот пробую, и то у меня улучшается где-то этот виноград. Сейчас еще чуть-чуть мы его пропишем тогда, пока он идет, пока он получается. Виноград по цвету вот именно такой сейчас. Я просто вот за объем смотрю, да, но по цвету вот он именно такой. Не как на фотографии, а вот в натуре он такой. Я на фотографии вообще не смотрю. То есть я сейчас пишу только с натуры цвета беру. Вот. Ну, не, он так нормально. Он нормально, да, получается. Все тут вроде бы на своем месте. Где-то, может быть, вот этот подчеркнуть там. А что у вас там? А когда заканчивать натюрморт будете, Дмитрий? Ну, это как бы я, знаете, вот опять всегда говорю, можно заканчивать там, допустим, по 5 минут, да, через день, через два, подошел, чуть-чуть порисовал, ушел, потом чуть-чуть подошел, порисовал, ушел, и так заканчивать. То есть нет смысла делать сеанс еще живописи, потому что я, ну, просто буду что с вами разговаривать, потому что когда заканчиваешь, это больше думаешь, чем делаешь. Вот в чем тут проблема. И чтобы закончить, я еще раз повторюсь, нужно не действие, а думать. Вот. А для этого, конечно, это не для прямого эфира. То есть я, может быть, сам посмотрю и закончу. Вот сейчас я вот посмотрел, поговорил. Смотрю, у меня слива вот эта. Она немножечко перебелил, да? Это вот в ходе работы я ее немножко уже перебелил. То есть вот так поярче сделал, она, может быть, и интереснее смотрится. То есть вопрос не в том, как вы вот этот вот свет туда-сюда там гоняете, а еще и в яркости, и в тональности, вот тоже это все сказывается. Поэтому, ну, вот такая работа. Здесь вот где-нибудь, может быть, яблоко-яблоко, да, а может быть, где-нибудь тона немножко не хватает, но это потом, опять же. То есть свежим взглядом обязательно надо это все просматривать. Так, Дмитрий, давайте наши картины разбирайте, а потом допишите. Стрим давайте продолжим, а завтра 20 минут уделите еще натюрморт. Не, а тут у меня настройка камеры всего не получится так. У меня либо такой вид деятельности, потому что у меня все тут настраивается. Вы что думаете? У меня тут, знаете, как все? Если камеру надо будет перетаскивать, тут все надо, это проблемы одни. Вот, это все долго. Так. Нет, на самом деле здесь вот сейчас все уже состоялось, ну как бы, тут все замечательно. Мне почти уже сказать нечего. Почти. Может быть, я потом чуть-чуть что-то и допишу. Ну вот, допустим, вот эти вот буковки надо прописывать. Вот какая работа тут остается сейчас.
на данный момент. Тут гадать нечего, сделать фон, не сделать. Не надо тут ничего фоном делать, мудрить. Он на своем месте, и все классно с фоном. Вот. А вот где и действительно надо, это надо понять. Понимаете? Понять. Не просто так, а понять. И может быть, где и не думаешь, а там надо сделать. Вот как пишутся буковки, очень кропотливый вот такой. Такая работа. Я не знаю, что там написано, что-то пишу, буквы какие-то. Сейчас понапишу. Ну вот, их надо еще будет потом дописывать раз. А мне хочется ткань мятую на заднем плане. Не, мне не хочется ткань мятую на заднем плане. Знаете почему? Потому что это дальний план, и мне, ну вот мне наоборот, вот списать бы ее еще хочется. Ну вот, в принципе, так она нормально. То есть это дальний план, ее прописывать не надо. Не надо ее, друзья, прописывать, дальний план. А, наверное, так, время у нас 7:21. Да, наверное, будем заканчивать. Сейчас я еще раз покажу вам натюрморт, что, как он выглядит сейчас. Так, сейчас, секунду. Вот это мы уберем. Да. Вот. Если быть точным, то вот так выглядит натюрморт сейчас. Самое главное, вот посмотрите, но, то есть, может быть, да, виноград, вот мне кажется, еще чуть-чуть можно где-то было поделать. Он немножко пластмассовый, чуть-чуть бы его поделать. Сливу можно чуть прописать. Но это настолько чуть-чуть, что это можно вот буквально за 5 минут сделать. Поэтому надо остановиться, надо отдохнуть. А потом, спустя, может быть, какое-то время, немного дописать, немного что-то дописать. А может быть и ничего, может быть это я сейчас присмотрелся, и так уж, может быть, все нормально. Вот. В любом случае, я думаю, все тут замечательно и хорошо на самом деле. Вот, издалека он смотрится тоже красиво. В общем, я доволен, работа проделана довольно-таки серьезная. Вот. Довольно серьезная. Все остальное улучшим со временем. Улучшим по чуть-чуть доработаем, где-то что-то досмотрим. Может быть, парочку виноградиков выделить из толпы, да, еще получше. Чтобы они вот прям вот такие были вкусненькие. И все нормально. И вот здесь вот парочку, ну двух достаточно. Передний вот этот прописать. Чуть-чуть где-то здесь вот блячок успокоить. И все. И больше ничего не нужно на самом деле в этом натюрморте, потому что все остальное состоялось. Так, что вы там пишете? Солнечный радостный натюрморт получился, шедевр, да, шедевр, какие громкие слова, ладно, друзья, если есть вопросы, задавайте, я сейчас готов ответить на них. Увлекает себе такое написать, здорово, спасибо, пишите, а в чем дело, два мастер-класса с подробнейшим объяснением, вы видите палитру, качество хорошее. Вот, поэтому, я думаю, у многих получится. Пишите и выкладывайте в группе ВКонтакте для анализа ваших картин, свои работы, какие получились. Очень будет интересно, что у вас будет получаться. А подпись «Вино класс»? Подпись я потом поставлю, это все мелочи. Я не буду сейчас время тратить. Палец все решает. Да, пальцы вверх, если вы об этих...
Хороший натюрморт сделали, повторюсь, душой. Спасибо за кропотливый труд. Дмитрий, вы на правильном пути. Спасибо вам большое за теплые слова. Спасибо, Дмитрий, как всегда, великолепно. Спасибо вам. Спасибо всем тем, кто переводит денежные средства. Вот кому особенное, огромное спасибо, потому что мы будем еще думать, что написать. И уже на один мастер-класс у нас набрано. И, соответственно, будем, может быть, на второй еще наберем, да, до 10 тысяч. И сразу же сделаем такой же какой-нибудь крутой натюрморт. Напишем, поставим. Мне, честно говоря, хочется вот какой-нибудь тазик, яблок туда понакидать и листочков осенних накидать туда. И вот так, знаете, в водичке в этой, с подсветочкой, это будет композиционно интересно увлечь это все дело, да. Вот, восхитительно, пишет Валентина. Валентина, спасибо вам большое. Каждый день вы отмечаете свое присутствие, и я об этом помню. И не только я, но и многие. Вот, на этом я буду с вами прощаться. Фото будет опубликовано либо сегодня, поздно вечером, либо завтра. Фото этого натюрморта в группе ВКонтакте. Вот. Листьев прорисованных, ну там сейчас я не могу сказать, нужно их прорисовывать или нет. Вот, это надо потом смотреть, сейчас я не скажу. Вы поймите одно, что нужно, да, донаторам огромное спасибо, что нужно в натюрморте, что нужно в натюрморте. Первое, куда композиционно? Мы закомпоновали, все замечательно, да. Может быть, вот этот лист там слишком яркий, желтый, да. Может быть, действительно. Но я потом посмотрю, и может быть, у вас так сейчас освещение через камеру падает. Может быть, мы присмотрелись. Это надо потом посмотреть, чуть-чуть приглушить его, какую-нибудь вот здесь охру темную добавить, и он изогнется, и будет красиво смотреться. И больше ничего не надо. Это можно решить спустя там двумя мазками, но это не делается в спешку. А что самое главное? Колорит. Колорит великолепен. Есть воздушное пространство. Сейчас я буду хвалить этот натюрморт. То есть мы от этой точки до этой замечаем пространство. Все на своих местах. По цвету. Объем есть. Все есть. Все, что еще нужно? То есть на это надо внимание делать и упор. Как вы думаете, можно ли научиться живописи по интернету? Но, честно говоря, если вот по таким мастер-классам у меня бы развитие было, я бы не знаю, я бы художником намного быстрее стал. Просто раньше, когда я учился, такого не было. Таких объяснений, таких вариантов интернета вообще не было. Книжек и то не было. И то все на своем опыте, все своим путем. Вот, потом только учиться. Поэтому, в принципе, всю теорию, что я вам говорю, все то же самое говорят в университете. Ничем не отличается. Причем в хорошем университете. Вот. И все, что я говорю, это вся база университетская. Вот. Поэтому вопрос только к вам. Насколько вы готовы каждый день садиться и рисовать? Чем больше вы будете рисовать, тем больше будете развиваться. Если будете один раз в месяц рисовать, то художника из вас не получится. Извините, но не получится. Будет любительские работы и все. Будете рисовать через день, ну вообще желательно даже каждый день. Хотя бы два раза в неделю. Через день, значит, ждите уже какого-то успеха даже через полгода нормального. Все только от вас зависит, повторюсь. Вот. В картине должно быть какая-то недосказанность, чтобы зритель сам додумал, дофантазировал. Ну, это как бы так, как бы очень такое, знаете, мнение очень расплывчатое, как бы где-то, может быть, слышали вы это или нет. Вот. В общем, на 100% этой фразе верить нельзя. Где-то в какой-то картине должна быть недосказанность, а в какой-то должно быть все точно сказано. Все зависит от идеи, друзья, от идеи, от того, что первоначально закладывал художник. Вот. Иногда, иногда делают так, чтобы дофантазировал, а иногда
в гиперреализме, там что там дофантазировать, все делается так, как есть. Вот. То есть это зависит от идеи, от самой картины, это опять же индивидуальный случай. Все, друзья, будем на этом прощаться, с вами был Дмитрий Рякин, всего вам хорошего, красивых вам картин и прекрасного времяпрепровождения в процессе творчества. Пока, друзья, пока.